Идея снять сериал именно в России появилась у авторов после знакомства с Мурманской областью. Историю дружбы и любви хорошо оттеняют холодные пейзажи русского севера. Они создают неповторимую магическую атмосферу, считает режиссер Дэвид Линь. Сериал рассказывает о событиях 1999 года, когда на Тайване произошло крупное землетрясение. Русские тогда участвовали в спасательных операциях. По сюжету один из российских спасателей по имени Дима вызволяет из-под завалов тайваньскую девочку. Спустя годы девушка отправляется на родину Димы в Мурманск. В Мурманске команда тайваньских телевизионщиков будет работать в центре города. Другие съемочные места – Москва, Санкт-Петербург и, собственно, Тайвань. В работе примут участие также российские актеры. В нашей съемочной группе 33 человека. Кроме того, нам помогает и русская команда. То есть всего нас около 50 человек. И мы будем работать здесь около 40 дней. Одна из задач группы – снять яркое северное сияние, ведь полярная аврора – важный элемент ленты. Наш регион пользуется популярностью у туристов. Вы знаете, что это связано прежде всего с таким брендом, как «Северное сияние». И, конечно же, съемки киносериала – это дополнительная реклама для нашего региона. И учитывая, что сериал будет транслироваться в южной части Китая, мы, конечно, уверены, что это привлечет дополнительный поток туристов. Премьера 13-серийного сериала в Китае и в странах Юго-Восточной Азии состоится в январе 2020 года. Будет ли она переведена на русский язык, пока неизвестно. Анастасия Михайлова, Николай Кочетков, Владимир Школьников, Сергей Расюк, телеканал «Юрган», при содействии ТВ-21, Мурманск.